Москва, 10 сен, Эрспорт. Румынка Симона Халеп впервые в карьере вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 42,3 миллиона долларов. Вторая ракетка турнира в матче 1/4 финала нанесла поражение белорусской теннисистке Виктории Азаренко, 20-й номер посева, 6-3, 6-6, 6-4. На корте соперницы провели 2 часа 42 минуты. В третьем сете матч прерывался на короткое время из-за дождя. За право сыграть в финале Халеп поспорит с итальянкой Флавией Пенни Той, 26.